Так, приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Как всегда, наступила осень, такая жесткая, похолодала, и я вылез на улицу. Надо доделать антенну на 2 на 70 сантиметров. Значит, вот два квадрата. Я настроил ее. Помучился немножко, настроил. Размеры я дам внизу в описании, точные размеры уже. Значит, она будет работать вертикальной поляризацией, подключение сбоку. Кабель этот не будет стоять, будет стоять другой, 75-омный. Вот. И я покрашу, естественно, все элементы. Просто я сейчас покажу наглядно, как она работает. Как работает эта антенна. Значит, ну, по КСО-метру я отстроил, но КСО-метр это еще не все. Значит, есть у меня такая прекрасная штука, я покажу. Вот, как индикатор напряженности поля. Я буду на него направлять антенну. Значит, здесь разъем, и к нему я подпаял четверть волновой, ну там, четверть волны, полуволновой диполетчик такой, на частоту 433-500. На эту частоту. Вот я сейчас покажу. Радиостанция будет использоваться, ну, моя, как всегда, Vaxung. И сейчас я покажу, как это все будет выглядеть. Секунду. Так, чтобы было наглядно. Вот, значит, смотрите. Направляю на индикатор, нажимаю на передачу. Вот у меня зашкал. Смотрите. Сейчас зашкалило. Теперь я буду отворачивать. Отворачиваю. Вот. Все. Обратно направил. Вот. Опять. Здесь. Вот так. Теперь мы поменяем поляризацию. Поляризацию меняю. Вот горизонт. Вернее, вертикальная. И вот. Опа. И что мы видим? Падение уровня сигнала. Вот. То есть все наглядно. Также, значит, отверну сейчас боком, шкалит. Вот у нас сигнал падает. Ну, назад, естественно, падает сигнал тоже. Вот, то есть буквально по индикатору напряженности поля мы можем посмотреть, как работает антенна, встроена она или нет, в каком диапазоне частот. Вот, ну, естественно, нужно настроить по КСО-метру. Вот, и в таком случае вы будете точно убеждены в том, что антенна ваша работает. Все, размеры на антенну я дам в описании. Всем спасибо за просмотр.